Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Безпечна засмага на сонці, правила та поради і, власне, наслідки. Сьогодні про це говоримо з Сергієм Приходько, лікарем-онкологом. Пане Сергію, я вас вітаю. Ну, почнемо все ж з засмаги, як сонце впливає на нашу шкіру. Солнце оказывает повреждающий эффект на кожу, поэтому оно влияет не полезно на нашу кожу. Хотя некоторые аспекты, благодаря солнечному облучению, вырабатывается в том числе витамин D, нахождению на солнце. Но в целом солнечное излучение при длительном нахождении, особенно ультрафиолетовый спектр этого излучения, пагубно влияет на кожу и могут приводить к развитию в том числе злокачественного образования кожи. Тобто, в цілому, ви як лікар-онколог взагалі не радите засмагати на сонці та знаходитися на сонці? Або це має бути якось грамотно? Я не можу рекомендувати загорати на сонці. Ну, якщо чоловік, жизнь продовжується, жизнь має приносити удовольствие. І якщо чоловік хоче загорати, то він має підходити до цього відносно з умом, щоб хоча б мінімізувати можливі наслідки цього загару. Якщо говорити про наслідки, можете, будь ласка, детальніше про це розповісти? Це кінцеві результати, так розумію, вже онкологія шкіри. Чи можуть бути також опіки, чи от щось таке? Ожог – это непосредственное развитие событий, непосредственный результат, который мы получим при длительном нахождении на солнце. То есть это то, что будет сейчас. А через какое-то время, при особенно частых ожогах, могут создаться условия в коже для трансформации каких-то зон, в том числе и злокачественного образования, такие как рак кожи или меланома кожи. Зараз є така думка, останні 5-10 років, що сонце зараз стало більш шкідливе. Що це означає? Я думаю, що підрозуміється, що спектр більш жорстких ультрафіолетових лучей став більше. Ну, чесно говоря, серйозної доказательної бази у таких утверджень немає. Ну, от з вашої практики, наскільки зараз більше стало випадків? Можливо, є статистика щодо захворювання? В Україні статистика не дуже репрезентативна в зв'язку з тим, що за 2021 рік ми ще точно не знаємо, а 2020 рік – це рік коронавірусної інфекції, обращення було менше, тому і кількість, наприклад, меланомних захворювань кожи менше. Але в цілому кількість меланом в мире и в Украине в том числе, оно растет неуклонно к меланом кожи. И количество злокачественных новообразований кожи, таких как рак кожи, стабильно занимает первое место среди всех злокачественных новообразований. Но ввиду того, что оно достаточно благоприятно лечится, то в целом не выносится в общую статистику по злокачественным новообразованиям. Так как не влияет на смертность, не влияет на глобально на здоров'я і життя населення. Ну, власне, про методи лікування розкажіть, будь ласка. Методів лікування основних для злокачественних новообразований кожи і підозрений на злокачественне образування кожи. Основний метод – це хірургічний. Это удаление новообразования, либо части новообразования с целью уточнения диагноза. И если удаляется часть новообразования, то значит это новообразование хирургически на первом этапе удалить либо достаточно проблематично, либо это будет сопровождаться каким-то травмирующим косметическим результатом. И тогда, безусловно, надо идти на лечение, скажем так, уже четко имея показания к этому травмирующему лечению. Поэтому и берется это частичное удаление для получения биопсии и, скажем так, получения потом морфологического подтверждения того, что это злокачественный опухолевый процесс. И в зависимости от подтипа злокачественного опухолевого процесса в дальнейшем продвигается лечебный этап. Если это раки кожи, чаще всего это хирургическое лечение. Если это меланома кожи, то это хирургическое лечение, которое может дополняться либо иммунотерапией, либо таргетной терапией в зависимости от биологии опухоли. Якщо говорити за наше обладнання, в принципі, в нашій області, чи є база для лікування?
У нас есть областной онкологический диспансер, в котором проводятся, в принципе, все виды лечения злокачественного образования, в том числе хирургическое лечение. Учитывая небольшие объемы оперативных вмешательств при злокачественном образовании кожи, есть возможность использовать так называемые стационар-замещающие технологии, которые, существенно, экономят наш бюджет здравоохранения и, в принципе, позволяет пациенту не тратить избыточное время на нахождение в стационаре, не перегружать пациента какими-то дополнительными избыточными лабораторными обследованиями для оценки его общего состояния. Такая технология у нас реализуется в дневном стационаре хирургических методов лечения. И в целом, скажем так, это достаточно современно, когда пациент пришел, даже если это используется общее обезболивание, он пришел, получил тот или иной объем лечения, пусть даже под общим обезболиванием, после этого какое-то некоторое время находится под контролем медицинского персонала, а когда есть полная уверенность в стабилизации его состояния и нет каких-то подозрений на то, что может с ним что-то произойти не так, то он отпускается домой, это все в течение одного дня, то есть он не выпадает из ритма жизни, он не требует длительного ухода на лист нетрудоспособности, он работоспособен. Это, я считаю, очень полезно и положительно. Так, ну, власне, трохи налякалася, однак все ж точно дніпряни підуть засмагати. Зрозуміло, що зараз відпусток немає через ситуацію з війною. Природа, область все одно будуть їздити засмагати. Якщо вже вирішили засмагати, хочеться від вас почути поради, як зробити це, ну, трохи менше для шкоди, для здоров'я, саме шкіри. Ну, на этот вопрос не хочется отвечать вкратце. Хочется отвечать так, чтобы люди, ну, не наши потом, дальнейшие пациенты, чтобы они понимали, из чего мы исходим. Чего мы боимся? Того, что может угрожать жизни. Что может угрожать жизни из тех состояний, которые может приводить солнечное излучение? Мы боимся злокачественного образования. Злокачественные образования бывают глобально двух типов. Это может быть эпителиальное злокачественное образование кожи или раки кожи. И это может быть неэпителиальное злокачественное заболевание кожи под названием меланома кожи. Они протекают абсолютно по-разному. Они имеют разные подходы к лечению и у них разные исходы чаще всего. Но для всех, для них есть, скажем так, определенная зависимость от имеющихся, скажем так, исходных факторов, исходных данных у человека. В первую очередь, угрожаемые по развитию злокачественного образования – это пациенты с так называемой светлой кожей или рыжей, или вот когда много веснушек, это так называемые фототипы 1 и фототипы 2 кожи. Это пациенты с наиболее высоким риском развития в течение жизни злокачественного образования кожи. У нас в стране, вот я даже задался вопросом, у нас в стране в среднем 81,5 день в году беспрерывно светит солнце. Это если переводить на чистое время. Без перерыва 81,5 день у нас светит солнце. Поэтому в любом случае мы будем находиться на солнце и получать ту или иную дозу ультрафиолетовой радиации. Но если есть светлая кожа, это наиболее важный фактор. И это четко можно потом описать по статистике, например, мировой вот, злокачественного образования кожи. Ховаемся в тень, якщо светло шкіра. Нет. Ну зачем? Надо же продолжать жить, надо продолжать функционировать, продолжать работать. Все же продолжается. Поэтому для того, чтобы минимизировать риски, одежда, то есть по возможности закрывать открытые участки тела. Обширная, то есть какая-то пусть легкая, но это будет одежда там с закрытым рукавом, это будут солнцезащитные очки, это будет головной убор, потому что несмотря на то, что есть волосы, ультрафиолетовые лучи могут проникать туда. То есть, ну, не у всех у нас густые хорошие волосы. Вот, поэтому закрывать, раз, два. Для них, для этой когорты пациентов, скажем так, крайне опасно иметь солнечный загар, скажем так, который возникает там в течение одного дня, то есть солнечный ожог. Не тепловой удар, а именно солнечный ожог. Если они накопят в течение жизни значимых солнечных ожогов, то есть те, которые будут их беспокоить несколько дней, накопят там 3-4 эпизода,
то они в несколько раз увеличат в дальнейшем потом для себя через 15-20 лет риски возникновения этих проблем. Вот, поэтому это важно именно касательно этого фототипа кожи. Это не повод остальным фототипам взять и расслабиться, но у них ситуация более благополучная. Но в любом случае для каждого из нас эпизод солнечного ожога избыточный – это уже дополнительный риск. Почему? Тут в целом надо понимать, как развивается злокачественное образование. Злокачественное образование развивается там, где есть хроническое воспаление. А что по сути солнечное излучение? Это лучевое воздействие. Вот. И есть лучи, скажем так, с высокой энергией ультрафиолетовой, которые мы не видим, но они несут для нашей кожи и дермы определенные изменения, которые могут приводить к хроническому повреждению ткани в этой зоне. Это приводит к тому, что в этой зоне развивается хроническое воспаление, которое может потом создать почву и для трансформации клеток этой зоны в злокачественное образование. Поэтому любой солнечный ожог, то есть любое там избыточное загорание, это вредно. Это однозначно вредно. Но загорать-то хочется, хочется иметь какой-то приятный оттенок, да, чтобы лето прошло не зря, чтобы был оценимый видимый результат. Поэтому если уже мы на это решаемся, то целесообразно выбирать более благоприятные часы, когда, скажем так, условно солнце не в таком зените, и, соответственно, количество вот этих вот лучей ультрафиолетовых, оно меньше, соответственно, травмирующее воздействие этого солнца тоже меньше. Это утренние часы, и это часы после где-то 16, если для нашей зоны. Вот. Что тривалости засмаги под солнцем? Такого тоже нет. Это зависит в первую очередь от фототипа кожи и ее индивидуальной реакции. Ну, опять же, максимум година, не, так? Не до ожога, нету таких сроков. Mm-hmm. Ну вот их никто никогда не рассчитывал. Еще раз, мы же сходим из чего? Это вредно изначально, поэтому, ну как я вам могу подгадать срок, который вот, вот этот не вредно, да? Ну то есть, ну так это не работает. Вот, если, опять же, вы знаете, что вы быстро сгораете, не можете проконтролировать, видите, чувствуете, что солнце сегодня особо действует на вас, то крайне целесообразно использовать солнцезащитные кремы с различными так называемыми sun protection факторами, то есть вот этими критериями SPF. Від 30 и больше. Від 30 и больше, да. Я думаю, что и 50, и 70. А тому фототипу кожи, про который я говорил в начале, надо стремиться, скажем так, к 100, грубо говоря. То есть для них загар действительно это большая проблема. И вот я, кстати, так не знал, так ярко вот видно по мировой статистике. Основные страны, скажем так, лидеры по заболеваемости, по количеству заболевших и по общей заболеваемости относительно и меланом, и не меланомные злокачественное образование кожи, это Австралия, это Новая Зеландия, вот это там, где еще больше солнца. И при этом дальше, это вот особенно касательно меланом, это Дания, Голландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Германия, Финляндия. Это люди со светлым фототипом кожи преимущественно, которые сейчас активно развиваются туризмом, которые часто, ну не только сейчас, он активно развивается, там, начиная, грубо говоря, там, 60-х, 70-х годов вот для Европы 20 века. И сейчас эти люди, будучи тогда 20-летними, сейчас уже подоживали до своих 60 лет, до своих 65-70 лет. Вот. И вот это как раз приблизительный средний возраст развития этих злокачественных образований кожи. У них, к сожалению, и тоже относительно наиболее высокая смертность от меланом непосредственно кожи, но в целом это коррелирует с их высокой заболеваемостью, и поэтому ну, это никак не зависит здесь для них от уровня развития медицины. У них уровень развития медицины, в общем-то, свел к минимуму их летальность относительно их заболеваемости. То есть, если, например, наша заболеваемость за 2019 год, он более репрезентативный, это 5,2 на 100 тысяч человек, а смертность 1,4. То есть, это ну, приблизительно, условно, во сколько получается, четыре раза меньше, то есть 25% где-то от заболевших, mm-hmm. это будут погибшие пациенты. То, например, если та же Австралия заболеваемость это 36 человек на 100 тысяч населения, то смертность у них будет всего 2,4.
Это говорит о том, что они длительное время, начиная с 80-х годов, активно занимаются пропагандистской кампанией касательно наблюдения за кожей, касательно контроля за загаром, касательно применения защитных средств, касательно ношения одежды, потому что, по большому счету, основные жители Австралии – это переселенцы из Европы, причем из Северной Европы, ведь Британия – это Северная Европа. Вот. И эти переселенцы обладают тоже преимущественно светлым фототипом кожи. И на самом деле там 3 столетия, которые существуют в Австралии, это крайне мало для того, чтобы у них в их уже генотипе, скажем так, утвердилась пигментация кожи. То есть, безусловно, там смешение рас приводит к тому, что у них тоже больше и больше закрепляется смуглых. Но в целом это население не подготовлено. В связи с этим такая заболеваемость, что четко коррелирует с тем, что солнце, да, вредит, солнце, да, приводит к этой проблеме. Поэтому еще раз, вот загорать – это нехорошо, это не полезно. Но если мы уже идем на это, то мы должны максимально себя защищать. Как, собственно, действует сейчас Австралия. Пане Сергій, трохи ще у нас часу лишилося. У мене до вас ще буквально кілька питань, якщо можна коротко. Деякі обирають варіант замість сонця солярій. Як ви ставитеся до солярій? Чи він також може викликати біду? Безусловно, безусловно. Опять же, треба повернутися к чому. В чому у нас проблема? Проблема ж не в сонці. Проблема в том, что есть ультрафиолетовое излучение, как спектр доходящих до нас солнечных лучей, который действует там, запускающе на меланоциты, меланоциты начинают активно делиться, скапливается этот пигмент, мы видим его в виде загара. Вот. Солярий – это, по сути, концентрированный поток ультрафиолетового излучения. То есть то, чего мы боимся, то мы здесь и делаем. Для соляриев, для всех есть доказанная связь с развитием в дальнейшем злокачественного образования кожи. Даже в моей личной практике была девочка, пациентка 28 лет, которая очень-очень любила солярий, 28 лет, и у нее была множественная базальиома кожи, это базально-клеточный рак кожи, много фокусов на грудной клетке, где она преимущественно и загорала. То есть она загорала топлес в солярии, вот у нее там на молочных железах много было дефектов. И в итоге там мы удаляли, и у нее начали появляться потом дефекты, которые хуже гораздо протекают, это плоскоклеточный рак. Вот. Но это все благодаря тому, что вот она активно пользовалась солярием. Потому что в ее возрасте это крайне не характерно. Фототип кожи ее совершенно не говорил бы о том, чтобы она это, ну, вот, смогла бы заиметь, извините за такое слово, там, из-за того, что просто загорала на солнце. Вот. И опять же, литература, статистика четко дают, что это нехорошо. В той же Америке до 18 лет в большинстве штатов вообще запрещено проходить солярий. Тобто дітям ані не засмагати, ні солярій. Солярий. Засмагати, ну, загорать, конечно, как это невозможно. Як і дорослим, так? Это, в принципі, така ж сама. Ні, это не полезно. Но имеется в виду, что вот эти хотя бы моменты ж можно контролировать, на них можно воздействовать. Вот так. Солярий до 18 лет запрещено, кроме некоторых штатов, типа Калифорнии, где с разрешения родителей можно. І останнє питання, буквально, якщо можна коротко, також чи третя альтернатива це крем автозасмага. Можливо, він між цих варіантів найбільш безпечний, аби отримати засмагу, так, колір шкіри, який хочеться. Чесно говоря, я опять же, не готов сказати, там треба смотреть состав. Я думаю, что если этот крем содержит много, скажем так, ароматических углеводородов, то он несет риски. Вот. Ввиду того, что пока мало собрано данных, пока мало существует эта технология, мало у нас есть статистических потом результатов у людей, там вот, это же надо собрать огромную когорту людей, которые уже потом на выходе имеют результаты, да, в виде этой болезни, а потом отслеживать, там, вот, как она активно, неактивно пользовалась этим автозагаром. Поэтому пока нету таких данных, и мировая статистика тоже не приводит, но в целом, скажем, я бы не рекомендовал этим злоупотреблять.
Ну що ж, дякуємо вам перш за все за правду, якою б гіркою вона не була для деяких наших та глядачок, які все ж полюбляють засмагати і хочуть бути такими мулатками, як зараз це популярно. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був лікар-онколог Сергій Приходько, говорили про безпечну засмагу на сонці, правила, поради і, власне, ризики. Телеканал «Відкритий», Анна Грабунчук, дякую, що були з нами.